Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Dragonborn. В прошлой серии мы впервые повстречались с Мираком. И с нашей короткой встречи он меня успел оглушить, и его прислужники, я забыл, как их называют, ищущие, по-моему, как-то так. Они меня выкинули из того измерения после прочтения Черной книги. И сейчас мы отправляемся в деревню нашей помощницы, к ее отцу, который должен что-то рассказать об этих книгах. Фрея. Что ж, Фрея, веди. They must be free soon. То есть вот тут работают ваши односельчане, ясно, зомбированные. У Мирака довольно-таки странные силы, но из этой короткой встречи я успел понять, что он электрический маг. Барьер? Какой еще барьер? Ой, там правда какие-то тучи сгущаются? Прикольно! Деревня Скалла. Ух ты! Это вы, ребята, создали? Блин, вы крутые! Давай беги скорее. Я хочу поговорить с этими ребятами. Отец? Еще нет. But how is that possible, after all this time? I fear there is too much we do not yet know. Please. So the dragons have returned. Well, the skull has survived worse. If anyone can help us now, yeah. It is you. So you have seen things, yes. My magic grows weak. And so does the barrier around our city. Не довелось увидеть Мирака. Really? How? После прочтения книги в храме Мирака. The legends speak of that place. Terrible battles fought at the temple. The dragons burning it to the ground in rage. They speak also of something worse than dragons buried within. Difficult to imagine. Means what I feared has come to pass. Mirak was never truly gone, and now has returned. If you could go to this place and see him, are you like Mirak? Are you dragonborn? Да, я доволен. Then perhaps you are connected with him. The old tales say that he too was dragonborn. Но это я уже понял. I am unsure. It may mean that you could save us, or it may mean that you could bring about our destruction. But ясно. Our time here is running out. The few of us left free of control cannot protect ourselves for much longer. You must go to Sering's Watch. Learn there the word that Mirak learned long ago, and use that knowledge on the beast. You may be able to break the hold on our people there and steal them from control. Ты имеешь в виду освобождение своих людей из-под контроля? Some dark influence wields power over them. At first, I believe if the shrine
can be destroyed, the skull will be free once more. Слово силы є. Прошу прощения. Свою в Бога душу мать. Ты там не идти аж туда? Ну ладно. Чё уж там? Давайте сходим. Меня раздражает другое. Мне нужно идти к дракону. Я думал, в Солстейме нету драконов. Ну, судя по всему, по тем скелетам возле храма. Их тут навалом. Наверное, так же, как и в Скайриме. Пока еще за время моего перебывания здесь на меня еще не нападали. Может быть, все еще впереди. Так, это мне в гору, я так понял, нужно. Так, там какая-то пещера. Заяц. Скрикан. И сюда. Да. Недолго ты, да стой ты, ну, мать земли. Что, еще один? Да мне показалось. Лиса? Иди сюда. Все, и ушла. Непонятно только, почему лиса у меня подсвечивалась как урак. Это, наверное, из-за стриганов. У них же дружба со зверями. Так, а как мне подняться? Сюда, что ли? Фаунер? Хотя нет. Бенкангерике. Дракон. Я так и думал. Так. Шоп. Я, ладно, я промазал. Я с ним. Иди сюда, дракон. Будем с тобой драться. Прикиньте. Так, где он? Блин, куда он ушел? Папа, давай приземляйся. Блин, я тут боюсь, можно убиться. Блин, если я упущу дракона, это будет обидно. Это будет намного обиднее. Все, бежать. Хорошо. Не ушел. Ледяная трона. Да какого хрена? Ты что делаешь? Успокойся. Блин, прекратите, сволочи. Блин. Мирок? Сука, иди сюда. Он поглотил мою душу. Он украл душу дракона. Вот мразь. Я не знаю, как он это сделал, но он за это заплатит. Не, ну вы видели, да? Ладно, хорошо. Такой наглости, конечно, еще никто не проявлял по отношению ко мне. Но он за это заплатит. Все будет нормально. Изучено слово силы. Земля подчинения воли. Подчинение воли? Использовать крик подчинения воли. Сейчас
посмотрим, что это такое. Крики. Подчинение воли. Ну хорошо, у меня есть три души. Как раз, в принципе, для этого крика нормально будет. А куда мне? Угу. То есть надо освободить тех ребят. Хорошо? Странная такая сила у этого Мирока. Как он смог забрать душу? Хотя, в принципе, он мог телепортироваться просто поближе к дракону и впитать его силу. Чисто теоретически это возможно, потому что он же тоже даватель. По крайней мере, он им был. Тут вообще что-то какая-то смутная история с ним. Потому что одни говорят, что он жил 200 лет назад, но люди 200 лет не живут. Значит, он либо какой-то лич, но он не лич. Он в принципе человек. В принципе. Как он смог сохранить? Так, что мне крикнуть на этот камень, что ли? Ой. Что я сделал? Ха-ха, ясно. Так. Спать. Скрытие. Локализация. Кстати, это кошмар. Все? Ясно. Короче, вы пришли в себя. Хорошо. Теперь отправимся к нашему общему знакомому. Скажем, что мы сделали работу. То есть у нас теперь есть средства против подчинения мозгов. Это хорошо. Конечно, хочется еще и уметь подчинять себе людей. Но это все-таки темная сторона силы. Мы будем тут на стороне добра. По крайней мере, пока что. Так, домик. Хижина шамана. То есть, это шаман? Что теперь? If you have released the windstone and broken the hold on my people, perhaps you can do the same for the rest of Solstad. Ага, то есть надо просто освобождать остальных. Хорошо, два я знаю как минимум. Хорошо. Мне нужно остановить Мирока. I cannot help you with that. None here can. You will need the knowledge Mirak himself learned. You will need to learn more about this black book. Танцонса? Хорошо. Мирак had this? This does not look like something of the dragon cult. It is a darkling, unnatural. I would have nothing to do with it. But the dark elf wizard, Nerok. Nerok. He came to us some time ago asking about black book. I believe he knows a great deal about them. Perhaps too much. Seek him out to the south. Be cautious, Dragonborn. There is something else at work here. Mm.
Что случилось после моего крика? The power of the stone had been corrupted. It was the source of the your shout broke whatever evil will controlled the stone, freeing the other stone to diminish whatever dark influence is spreading across soul sky. В принципе, понятно. Спокойной ночи. То есть наша следующая цель почистить, так сказать, от темной магии остальные камни. Тут камень возле храма. Это что такое? Ладно. В принципе, вот сюда вот надо нам идти. Тут как раз камень солнца. Таскарин. Камень воды. Тут очищено, тут очищено. Давайте от храма Мирака очистим еще камень зверя и по-быстрому к вот этим вот двум камням. А в следующей серии уже займемся камнем солнца. Вот она. Да, она и правда как будто резонирует. Темной энергии. Прикольно. А мне почему-то после первого визита вот это вот непонятное непонятный Нексус показал, что это владение Гермеуса Мора, то есть того фантома темного. Теперь оказывается это. Короче, я не понял ни хрена. По-моему, что-то как-то ненормально. Так, где этот камень? А вы кто? Реклин? Ты чё, что это такое? Ладно. Я дарю вам свободу. Иди сюда. Хорошо, что я доверяю твоему слову. Давай, до свидания. Хорошо, что я доверяю твоему слову. Еще кто-то? А, скрытень. Хорошо, скрытень уехал. То есть вы непонятные, я не знаю даже как их назвать, блин, домовые. Вы не опасны? Ладно. Тогда пусть будет так. Теперь камень земли. Очистить. Вау! Вот это тот дракон, на котором улетел Мирак. И он сам. Блин, это круто. Я определенно хочу его костюм. Блин, ну дракон огромный, по-моему. Он какой-то необычный. То ли водяной, то ли еще какой-то. То есть без чешуи. Но Мирак сам по себе, он крут, крутой. Опасный противник, я думаю, будет. Хватит втыкать. Я освобождаю вас. А ты еще откуда? Скрытень. Все, уехал. О, и ты тут, Мэлори. Мэлори, я вспомнил, был в гильдии воров Делвин Мэлори. Это случайно тебе не родственник?
Да, я нашел твою кирку, но я тебе еще пока ее давать не собираюсь. Не доставай меня. Так, камень воды. Пошлите-ка еще один камень очистим. И на этом будем завершать серию. То есть, пока я занимаюсь таким хорошим делом, освобождаю людей от зависимости. Как будто от наркомании, блин. Так. Давай. Вы свободны. Скрытень, на выход. Ты еще откуда? Хватит, я остаюсь! Я остаюсь! Это какой-то посильнее. В принципе, роли не играет. Че, как вы, норм? Чувак, ты очень похож на Эсберна. И выкинь, пожалуйста, камень. Там драка. Ё-моё, дракон. Дракона бой. Ой, чё я делаю? А ну, только попробуй, Мирок, сейчас появись. Будет тебе хана. Мирок. Скотина. Что-то происходит. Какого хрена? Thank you for that. Тупая сволочь. Черт, я не могу тут поглощать души драконов. Блин. Простите. Так, мне показалось, или там на берегу опять кто-то ходит? Запрозвенел будильник. 20 минут серия. Все по науке. Так, там правда кто-то ходил, или мне показалось? Пригану. Причем полегли обои. И шо? Это кто? Это вепрь какой-то, что ли? Или кабан? Тролль? Ё-моё, тут хороший махать был. Что ж, в принципе, на этом и закончим. Сейчас только отправлюсь в Воронью скалу. И уже следующую серию мы начнем прямо оттуда. Начнем наше движение к знаниям о этих черных книгах. Отправимся к Нейлану. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.